Добро пожаловать на просмотр видео. Спустя месяц с вами снова Данич, и это новости в разработке пикапа. Пожалуй, данный видос станет самым печальным в этой рубрике. Дело в том, что разработчик выкатил новый пост в своем сообществе, где было сказано, что он в последнее время почти не занимался разработкой игры из-за большого количества дел. Казалось бы, что не все так плохо, ведь подобный пост мы видим не первый раз. Но далее разработчик пишет, что он решает заморозить разработку игры. Не поставить точку в разработке, а лишь взять официальный перерыв. За время этого перерыва он сможет разобраться со своими проблемами и найти лучшее время. Что ж, это было довольно неожиданно. Насколько растянется эта пауза, неизвестно. Но я думаю, в ближайшие пару месяцев новостей ждать не стоит. Почитав комментарий к посту, я понял, что множество игроков было просто в ярости. Ведь они уже год с лишним ждут выхода обновления. А тут заморозка проекта на неопределенный срок. Должен сказать, я и сам не в восторге. Параллельно пикапу заморозится и рубрика с новостями по пикапу. Хотя я думаю, что изредка какие-то информационные посты, связанные с жизнью разработчика, да будут. В защиту разработчика хочу сказать, что действительно проблем со временем и делами становится все больше. Я сам в этом убедился, впервые на канале был месячный простой. Причиной не является моя лень. Кто читал посты и беседу, каналы знают, о чем я. У меня были проблемы с учебой и здоровьем. Вот так выглядел мой рабочий стол все эти недели. И это не двухлистовые отписки, это курсовые на десятки листов. Буквально на неделе я защищал проект на английском, и нет, я не читал, я его учил. Такие работы делаются не за один день, но лично из жизненного опыта я заметил, что никогда не будет удобного времени для той или иной задачи, так можно всю жизнь просидеть, поэтому зачастую ущерб себе в настоящем времени я делаю себе лучше в будущем, и это нормально. Что ж, на эту тему я люблю много и долго говорить, но не хочу занимать ваше время, поэтому что думаете вы по этому поводу, а именно по заморозке? Пишите в комментариях. Ну а на этом все. Встретимся в следующем видео или на стриме.